А венгерское правительство рассчитывает защитить страну от потока нелегальных мигрантов с помощью 175-километровой стены на границе Сербии. По этому поводу в Будапеште прошла массовая акция протеста. Ее участники возвели символическое ограждение, а затем разрезали его на кусочки. По их словам, отгораживаться от мигрантов бесчеловечно. Отмечу, что еще не построенная стена уже разделила венгерское общество. Одни считают ее возведение позором, другие поддерживают этот проект из-за страха наплыва беженцев. Всего же с начала года в Венгрии зарегистрированы около 80 тысяч нелегальных мигрантов. В основном это беженцы из стран Ближнего Востока, попадающие в страну через территорию Сербии. Эти люди не экономические мигранты или кто-то еще в этом духе, кем бы их ни называло правительство. Большая их часть бежит от ужасов войны. Они хотят просто выжить, ведь на родине их жизнь ежедневно подвергается угрозе.